Всем привет, с вами Мистер Мегас. Сегодня я покажу, как взломать Bandicam на любую версию. Для начала качаем Bandicam, можно с официального сайта. Качаем из описания архив, распаковываем его, открываем папку, выбираем KeyMaker и нажимаем запуск от имени администратора. Затем вводим здесь любую надпись, можно свой e-mail, нажимаем Register Application и проверяем успешность взлома. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.